Привет! Продолжаю свои несколько серий по лечению различных проблем с суставом. Это как общие проблемы, боли, тянущие боли и далее, так и конкретные проблемы. Это артрозы, артриты и другие сопутствующие заболевания. Только у меня на канале уже снято более 50 различных народных рецептов и рецептов нетрадиционной медицины по лечению заболеваний суставов, а также болей в суставах. Все эти рецепты находятся в нескольких плейлистах. По ссылке в описании все эти рецепты, естественно, будут облегчать течение заболевания. Боли будут уменьшаться, в некоторых случаях будут уходить или уменьшаться воспаление и так далее. В общем, комплексно работайте с медикаментозной медициной, с народными рецептами и с нетрадиционными рецептами лечения заболеваний суставов. Тогда эффект будет однозначный. Ну а сегодня у нас супер простой рецепт. Такой рецепт нужно выполнять каждый день, один раз в день. Можно вечером это делать. Выполнять необходимо ровно 30 дней. Потом делаем первый перерыв, 2 недели. Далее еще раз 30 дней. 3 недели перерыва. Третий раз 30 дней. При необходимости далее уже с более длительными перерывами можно этот рецепт выполнять в комплексном лечении. Необходимо достать с радиоприемника настоящий ферритовый магнит. Он, в принципе, сильно толстый не должен быть. Или тоненький, или максимум средний. Что нужно делать? Просто берем 15 минут и по кругу, например, под коленом, если у вас болит колено, если у вас болят суставы, например, локтевой сустав очень часто у людей, то вот так начинаем просто водить. Можно начинать водить на небольшом расстоянии, ну, например, 2-5 сантиметров. Вот так водим по часовой стрелке. Потом в следующей сеансе можно поближе, можно даже уже касаться и самой кожи. Вот и все. Будьте здоровы!